Так, у нас идет поклевка на этой удочке, на правой. Мы сейчас смотрим. Она сейчас полностью отпустила. Отлично, завершен. Завершен. Алекс, Алекс, на, проберет. Давай, шнель. Das Fisch. На. Я бисин дрейн. Das ist schwer. Langsam, langsam. Langsam, Александр. Ja, das ist nach links gekommt. Das ist schwer. Ja, komm. Komm hier. Gehst du rein? Gehst du rein? Ja, guck mal. Das ist richtig schön. Das ist... Ja, rein. Sachok, rein. Alex. Rein. Oh. Ja, nach oben. Nach oben. Sehr schön. Ja, das ist... Держи, Karaten. Das ist Karaten. Sehr schön, Karaten. Ja, gucken wir. Все. Мид. Он мид этот. Мид шоколад. Das ist шоколад. Друзья. Гулять? Да. Вот такую красивенькую рыбку малую. Вот. Друзья. Очень хорошая фиш. Зерщен. Перфект. Перфект, рад. Так. Очень красивые. Вот такие вот караси у нас ловятся, друзья. Очень хорошие. Вообще просто сказка. Вот. Вот только 5 минут назад поймал. Сын вытаскивал. Так что рыбалка продолжается. Мы только приехали на наше очень красивое озеро. Мы только приехали, буквально как 30 минут назад я закинулся, и сразу пошла поклевка у нас. Друзья, у нас пошла поклевка. Сейчас хорошо отпустила. Сейчас мы поднатянем немножко. И смотрим. Вот он у нас пошел. Все, он у нас пошел. All is good. Nach links, nach rechts gegangen. Daria, gehst du weg bitte? Так, он направо пошел. Алекс, иди сачок бери, ставь сачок. Очень хорошо идет. Солнышко вышло, погода вообще сказка. Из-за этого сейчас рыба немножко активничать стала. Ты должен сюда вот воду опускать, вот так вот, да, сына? И ждать. Папа сейчас рыбку подведет. Сейчас. Найн, ты запутываешь сачок, сына. Ты Макс ду фальш. Да, вот так надо, надо держать. Давай, сачок, поближе, сына. Давай, поднимай. О, молодец. Зерщен, Александр. Ец, кукмаль. Ец, мус, зо, махен. Зо, цак, цак. Зо, фертих.
Что есть? Я Юнге, как мать, ви функционер дас. Конечно, этот больше сейчас вера. На, Саша, держи. Так, хороший, красавчик. Да-да, которую можно брать. Не считай никогда рыбу. Ее надо считать, когда уже рыбалка закончилась, и ты когда выходишь домой собираешься, тогда надо рыбу считать. А когда ты ее ловишь, ты ее не должен считать. Потому что это не на мазь. Сильно он. Так. Алекс, не трогай ничего. Большой, это тот хороший. Дай мне полотенце белое, пожалуйста. Это хороший у нас получается, красавчик такой. Вообще хороший. Мы его взвешиваем, друзья. Потому что мне самому очень интересно, потому что этот большой у нас. Вот. 1,5 килограмма. Ein halb Kilo. Я? Das ist perfekt. Das ist perfekt. Вот, у нас сейчас еще одна поклевка пошла, друзья. Сейчас вроде тянет. Сейчас посмотрим. Да. Все. Отлично. Ага, yes. Все, отлично. Sehr schön. Ja? Sehr schön. Mit dieser Gummi meinst du, ja? Aha. Ah, das ist kleine Brassen. Das ist kein, aber schön. Auch schön. Alex, komm. Komm jetzt nach oben, Alex. Ja. Gib mir. Так. Это у нас пришел сейчас лещ, друзья. Вот только что вот мы вытащили одного. Я еще пока не разобрался с весами. Вот видите, да? Что происходит у нас. И у нас опять поклевка. Алекс, подержи, пожалуйста. Вот такую рыбку ловим уже. Вообще отличненько. Так. Тут запуталось немножко в сетке в моей. За самую губу он взял, очень хорошо потянул. Да-да, это нормальный, Вера, это не маленький. Это хороший считается. Очень хороший. У него уже его кто-то целовал, тут отпускал уже его не раз. Его уже вылавливали. Но так вот ловим такую рыбку, друзья. Вот, друзья, такая же система, вот как я вам и показывал. Все, мы вот так вот запрессовали футер. И вот таким образом у нас вот такая вот получается плямбушка. Она падает в водичку, шарик поднимается, так как он у нас поп-ап. И все, и рыба его видит, и чувствует, и нюхает. Подтянули, забросили, подтянули. Сразу ставим сторожок, который натягивает всю систему.
сразу ставим здесь на свободный ход, когда рыба тянет у нас, она отдает и сама подсекается автоматически рыбка. Сейчас будем вторую удочку закидывать, потому что у нас сразу одновременно, вот у меня вторая снасть таким образом. Сейчас будем тоже ее заряжать, потому что у нас сразу клюнуло на две удочки. Как бы, ну, рыбалка продолжается, друзья. Вот к соседям, назам. Яец. Вот к соседям пришел караут. Такой вот зерщенный. Кукма. Зерщенный. Здесь думайная система. Ви функционирует. Здесь ду? Биты шо? Ну вот, друзья, и заканчивается наш прекрасный вечер. Уже солнце село, уже потихоньку становится темно. Сейчас я буду собирать удочки. Насладились полностью сегодняшним воскресным днем. Поймали рыбку, дети поиграли, плюс мяско пожарили, отдохнули на природе. Вот таким образом мы провели воскресный, как говорится, день. Спасибо вам за то, что вы со мной. Вы были на канале с Иванычем. Всего хорошего, друзья. До свидания.